В этом видео то, что я нарисую здесь, вы должны будете построить. Все, давайте я сейчас буду начинать рисовать, а вам надо будет угадать, что я нарисовал. Ой, все прям так смотрят. Ладно, все, я рисую. Что-то. Что же это такое? Какую фигуру? Какую фигуру? Ты че? Может, это не фигура? Что же это может быть? Фиолетовая фигура. Да, я рисую ногу ей. Да фигура, 100%. Неужели я настолько крутой художник, что вы уже угадали, что я нарисовал? Я не шарю за торс. Фигура. Ну как вы так угадали? Я еще не дорисовал. Понятно. Я продолжаю рисовать. А теперь как думаете, что это? Это фигура. Мне кажется, это рак. Все, я дорисовал. Давайте угадывайте, что это. Ладно. Да, это и есть фигура, и вам надо ее за 1 час построить. Да. Окей. Мы будем оценивать это все по механизированности и по красоте. Так что вам надо сделать и красивую фигуру, и механизированную. Все. Эх, какой шедевр нарисовал, прям. Нет слов. На аукцион нужно. Ладно, подпишись на ухо. Пришло время смотреть, что у вас получается. Агушо, что у тебя здесь? Это одна конечность фигуры. Ты только ногу сделал. Это даже не нога, но смотри, сколько мне деталей. Ага, прям похоже. Вот и вот. Ну да, в принципе, не, похоже. Но видел саму фигуру в броше? Она там вся как кривая. Кривая. Конечности у нее разнообразная. Вот. Ну ладно, делай. Давай-ка посмотрим, что у тебя здесь. Что это такое? Это фигура из Майнкрафта. Почему из Майнкрафта? Ну ладно. А что она такая высокая? Фигура высокая. Ну, я не думаю, что прям такая. Ну, ладно. Ой, у гуся здесь фигура прям вообще крутая. Я люблю пшш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 ш
меня кормить. Сейчас вот здесь у нас есть вот такая жесткая нога фигуры. Здесь фигура из Майнкрафта, здесь очень-очень непонятная фигура. А здесь, здесь фигура, не знаю какая. О, это что такое? Я не шарю за Дорс. Да, если честно, какого-то медведя начал строить вроде бы. Вот рисунок, а вот что получается. Посмотрим, что у вас получится дальше. Я вернулся. Так, пришло время смотреть, что вы тут сделали. Вау, вот Агуша, вот, ну, вообще. Можно будет дополнительное время, пожалуйста? Ладно. Вау, вот у Агуши вот прям похоже, да? Вот, вот это и то, что я нарисовал. Агуша молча ничего не хочет говорить. Она же красивая, красивая. Даже красивее, чем у меня на рисунке. Меня зовут Вагород. Тебя зарезать хотят, гусь. Все работают в огороде? Да, я не знал. Так, ладно, давайте посмотрим, что у вас там дальше получается. Здесь у нас Майнкрафт фигура, и она очень похожа на рисунок. Да. Здесь я нарисовал зубы, и здесь они тоже есть. Их даже тут чуть побольше. Вот это да. Я не знаю, что здесь сказать, просто красивая Майнкрафт фигура. Оо, Агуша вообще же. Просто посмотрите на это. Это же шедевр. Почти что похоже на то, что я нарисовал. Ну да, смотри. Она да, всего лишь в 100 раз лучше. Она тут неровная, и тут она неровная. Ну, да. Должна... У тебя какая-то супер красивая фигура получается. Только головы не хватает. Ой-ой-ой, что это такое? Да уж. Я не шарю за душ. Это качок. Ну, сразу видно, что качок. Медведь. Ты меня не спрашиваешь. Так, у Матвея здесь металлическая фигура почему-то. Я не знаю, почему она из металла. Это фигура робота. Фигура робота? А у меня на рисунке фигура робот, что ли? Хотя все может быть. Ну, у тебя же там не нарисовано, типа, ни металл, ни пластик, ничего. Так что вот. Ладно. Меня не сказать. Вот такие фигуры у вас получаются. У вас осталось мало времени, так что посмотрим, что получится. Мало времени, а надо что-то делать. Я не беспокоюсь, потому что у меня крутые тапки с пингвином. А еще потому, что ты нарисовал фигуру и уже... Я потратил уйму времени на этот рисунок и сил.
гуся кормить, он добрый. Пришло время смотреть ваших фигур и смотреть, насколько они похожи на то, что я нарисовал. Птю. Куда? Нет. О, нет. Вот эта фигура. Меня уже съедать начинают. Значит, все хорошо. Я не знаю, зачем ты сделал точную копию моей картины. Они реально, кстати, похожи. Чуть-чуть. Это фигура из Майнкрафта. Понятно. Она умеет нагибаться и съедать руку. Ой-ой-ой, давай проверим. Я бронированный. О. Он сработать должен, но сейчас фигура добрая. Да, это не ты не сделал механизм, а фигура добрая меня не хочет кушать. Да. Ну да, выглядит она очень добрая. Все, она сейчас будет съедать. Нет, пожалей меня, у меня тапки из пингвинные тапки, не надо, не надо, не надо, нет. Ух, Увер, так что я буду вести битву. Эту рубрику. Теперь смотрим на постройку пульсара. Пульсар, пошли посмотрим, кто у тебя. Так, я вернулся. Меня так просто не избавиться. Ай, почему вы спите? Ты спите. Нет. Ну, короче, вот такая фигура была у Агеменезда. Давайте ее оценим. 38 очков из 50 у тебя. По красоте. С таким лицом прям смотрит Frost Spirit на эту картинку и думает, что она умеет. Она может на солнце посмотреть. Вау. За механизм у тебя 40 очков, я удивлен. И в общем у тебя 78 очков из 100. Вау, вот это у тебя крутая фигура. В принципе, похоже, да? Ну. Почти похоже. Всего лишь в 100 миллионов квадриллионов раз круче, чем у меня. Что она умеет вот так? Что, она ходить умеет даже? Топ, ставлю все баллы, которые можно... Ой, реально. Эта фигура заслуживает много очков, вы посмотрите. Она может ходить ногами, и она еще супер красивая. Круто. Еще ни одна фигура не умела ходить. А меня умеет кушать? Нет. Какая она добрая она фигура. Она приуныла, она вниз смотрит. Да. Гуся повесили, осуждаю. Я спасу тебя, брат. Делаем вот так и спасаем гуся. О, все. Фух. Ну да, эта фигура прям очень крутая. Давайте ее оценим. Получается 45 очков. И механизмы, и красота. И в итоге у Агуши 90 очков из 100. Это очень много, да? Ну вы сами посмотрите-ка, насколько красивая эта фигура. Еще она умеет ходить. Да, это странно, что она умеет ходить, и это очень круто. Нет, фигура, не надо. Не надо, нет. Отрывается. Нет. Бедная фигура. Что? Ужас. Зачем вы так поступили? Это была очень грустная фигура, а ее взорвали. Теперь ее придется лечить. А мне кажется, что ты не вылечишь. Все получится, не переживай. Эть, главное, что голова осталась целая. Эть, вроде бы живая, да? Ну, вроде сердце целое. Два ребра потеряла, ног нет. В принципе, нормально жить будет. Да, жить будет. Сейчас я ее спасу. Зато зубы целые. Да, зубы остались на этот раз. Подлечим, ничего, нормально, встанет на ноги. И будет как этот замороженный гусь. Нет, гуся, нет, гусь горит. Я тоже горю. За что вы так? Фигура от бумажного гуся. Гуся кормить, он добрый. Чё это такое? Это чё, фигура? Это точно то, что я нарисовал? Похоже, не похоже. Так, вот то, что нарисовал я, а вот то, что построил ты. Оно похоже или нет, я не знаю. Имба. Все, ребята, идемте сюда. Давайте оценим это. По красоте. Вот вы посмотрите на рисунок и на то, что построил бумажный гусь. Тут вместо головы тарелка из-под супа. Кстати, да. Вот на твоем рисунке видно, это тарелка или что? Ну да, в принципе не видно, это возможно и тарелка. 34 из 50 по красоте. А по механизированности? А что он умеет-то? Покажи, как он падает. Да, покажи, как он падает. Падай. Он не падает. Что? Как так-то? Толкаем его, толкаем, ребята, толкаем. Бум-бум-бум-бум-бум. Он не сможет выстрелить нас всех. Оу, опрокидывает его. Буф, все, он свалился. Да, он умеет падать. Скрыщ, полетела фигура. И 21 за механизмы. Бумажный гусь, у тебя 55 из 100. Бумажный гусь, не соизвольте удалить бабаху.
Фигура качок. Вот тут здесь три кнопки. Что, она крутит головой на 360 градусов? Да, это качок, конечно. Это моя идея, моя идея. Что это такое? Это твоя рука, он тебя съел. А, я понял. Ну, знаете, функции крутые. То, что он меня съел, хотя я не думаю, что я бы там поместился. Почему именно меня он там съел? Давайте его оценим. Ну, учтите, что он к вам может ночью прийти. А, точно. Ставьте 10. Да, я не шарю за Дорст. 40 и 9. Не, ну тут была гидрокванценная гаусс-пушка, я бы затащил. Чё? Ладно, теперь давайте оценим механизмы этой фигуры. 27 очков. 69 и 9 десятых очков из 100 у тебя, в общем. Здорово, гусь, здорово. А, смотри, гусь, я тут в честь тебя, когда ты уходил, построил маленького гуся и таскал его по всему миру. Короче, эта фигура. А, где? Она умеет делать вот так. Потом она умеет поворачивать головой. Я не думал, что фигура стручок умеет поворачивать головой. Но теперь знаю. Вау, она как будто ходит. Давай попробуй походить. Ой, круто она ходит. Побежали. Она умеет танцевать брейкданс. Даже фигура Агуши так не умеет. Да. Раньше Агуша очень плохо строил на битве строителей, я помню. Теперь он круче всех строит. Это раньше. А, нет, не улетай, фигура, пожалуйста. Танцевать и все, да? И валяться. Нет, не улетай, я же не обидеть хотел тебя. И продолжает танцевать, как будто ни в чем не бывало. Ну ладно. Тут стоп. Бедная фигура, у нее там что-то горит. Ладно, давайте ее тоже оценим. 34 за красоту, 36 за механизм. Это 70 этих очков у тебя из 100. У меня фигура настолько качок, что все еще крутит головой. Не, уже перестала, лентяй какой-то. Да все, устала она, ладно. И осталась последняя фигура вот эта. Робот-фигура. Я вроде бы на картинке рисовал никакого не робота. У тебя же там... Ты знаешь, что мы вот так сделаем и... Смотри. А, вот, смотри, я перерисовал свой рисунок, теперь там терминатор, как у тебя. Ты на левую нарисовал, а у него правая. Она умеет ходить, правая, левая, она что-то онемела. Она умеет стрелять. Где? Меня попробуй стрельнуть. Вот. Нет, бедный, нет, только не тебя. А, вау, она тоже умеет бегать, как фигура Агуши, это прикольно выглядит. Том, а можно мне порулить хотя бы один раз в жизни? Ладно. Ой-ой-ой, что за качок, сразу увидел, сразу упал. Давай, Агуша, файт со мной. Наша битва будет легендарной. Агуша ждет своего момента, чтобы уничтожить меня в дребезги. Ну а я... Ребята, я, кажется, понял, мне ГГ. Все, я готов к битве с тобой, Агуша, иди сюда. Ой, не иди, я терминатор, у меня и так рука болит, не надо. Я отступлю к воде, это моя тактика. Куда иди? Я в воде не могу. Не можешь? Ну ты ботик. Хе-хе, вызываю тебя на дуэль. А, я упал, блин. Ай. Туда, да? Как тут переворачиваться, люди? Ну вот и попал. Огонь. Бежать. Тактика бежать должна сработать. Куда побежал? Да. А, нет. А, прямо в сердце. Я еще жив. А нет, я не жив. Кого я обманываю? Я хочу вторую жизнь. А, он идет сюда. Страшно. Надо бежать. Отступаем. Ой. Как терминатор? Ай. Я могу кое-что сделать. А, нет, не могу. Идите. Я тебя избавлю от мучений. Тихо. Тесла так хочет проверки на прочность, поэтому ладно. Твой качок против супер качка Агуши. Раз, два, три, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Но я не думаю, что это уже живо. 13, теперь Агуша. Ой. 32 и уже все, это на фигуру больше не похоже. 32 против 13, ну. И кто здесь настоящий этот качок? ТНТ давай. Эх, он, мне кажется, не успокоится, как Агуша не проиграет ему. Агуша, ты как думаешь, ты победишь в ТНТ? Ну да, я думаю, да.
Раз, и все, и нет фигуры твоей. Ну, как твоя реакция? Ну, ничего страшного. Так, Агуша. Раз, два, три. И что? А, все. Она живая или не живая, я не знаю. Вот, видишь? Да, твоя фигура сразу взорвалась, у нее даже и следа не осталось. А он дал о себе знать. Я не знаю, кто из вас круче. Кто круче, не знает. Спасибо за участие Агуше, Фростспириту, Тесле, Матвею, Бумажному Гусю, АЕМЕЗЕНТ. И все, всем пока.